Прелестно. Очаровательно, они играли чудесно. В тот вечер давали первый спектакль в Версале «Жорж Данден». И Мольер прогуливался с Арман Бежар. Я так страдаю, если бы ты знала. И теперь нет больше необходимости заставлять меня страдать. Данден, мизантропы и школа жен завершены. До скорого свидания. До скорого свидания. О, странности любви. Изменницам в угоду теряем силу, мы отдаем свободу. Известно каждому, как много между них нелепых выдумщиц и ветрениц пустых. Коварны мысли, их сердца непостоянны. В решениях слабы, в желаниях пристранны. Чуждаем честь, и все ж их любит свет. Как будто лучше их на свете звери нет. Нет, дорогой друг, Мольер пишет комедии. Он находит, что совершенство стиля повредило бы естественности подобных произведений. Но существуют правила, которые следуют соблюдать. Вы кажетесь мне нелепыми с вашими правилами, которыми обременяете невежд и ежедневно им докучаете. Мне бы хотелось знать, не есть ли самое важное правило из всех «нравится», и не идут ли театральные пьесы правильной дорогой, если они достигают этой цели. Вы бы никогда не смогли договориться. Мольер пишет пьесы, а вы пишете критику. Это достаточно странное занятие — смешить честных людей, Буало. И вы должны быть счастливы, что вам никогда не пришлось никого развеселить. Во Франции не должно быть ни одного незанятого военного, пока в Эльзасе остаются немцы. В этом вопросе, месье де Тюрен, вы выступаете за пролитие крови, поскольку мне кажется, что королю следовало бы убивать меньше иностранцев и оставлять в живых больше французов. Что? Храню ли я копии писем, которые адресую своей дочери? Месье Верно плохо знает меня. О, мадам де Гриньон, только копии. Король не сможет обходиться без вас, месье Дюраль. Однако ж, он хотел бы этого. И часто я говорю себе, когда бываю в растерянности, нужно занять этого человека. И только войны могут помешать ему обходиться без меня. Наш великий министр де Тюрен. Рансар и месье де Лувуар. И маркиза де Свиньи, казалось, опирается на месье де Вабана. Вот ее подкрепление. Помолимся за несчастных. Я слышу голос Бесуэ. Проповедовал. Мсье, когда я вижу всех нас, когда я смотрю на всех нас, на Ронсара, Тюрена, Кольбера, Рассина, самого Буало, и Вобана, и Лувуа, и мсье де Ламотта, которого мы слышим, и Ла Фонтена, которого перечитываем, и на вас, Мольер, которого мы все обожаем, и даже на вашу покорную слугу. Я люблю себя от того, что мы живем одновременно, в один час. Мне кажется, мы никогда не встречались все вместе. Мне кажется, что Людовик XIV — это мы. И с тех пор он проводит нескончаемые часы в компании той, на которой женился. Перестаньте так чесаться, мадам. Я не чешусь, сир. Я пытаюсь уменьшить свои страдания от ужасного ревматизма. Мне бы хотелось, чтобы вы не так часто болели. Мне это хорошо известно. Мне известно также, что ваше величество воспринимает как личное оскорбление боль и печаль, от которых могут страдать окружающие. Вас послушать, можно подумать, что на свете есть только величие, великолепие и симметрия. И болеть нужно так, чтобы одна боль была напротив другой. Перед вашим величеством нужно погибнуть симметрично. Да, вы все умоляете. И вы печетесь о величии Франции меньше, чем о некоторых домашних мелочах. И, увы, не понимаете, насколько они незначительны. Язвительно спокойные разговоры, постоянно подпитываемые обидчивым настроением непроницаемого мужчины и неуместным присутствием полной дамы, одетой в черное. И так продолжалось 31 год. В чем вы меня упрекаете? Я вас ни в чем не упрекаю, мадам. Но раскаиваюсь в том, что женился на вас, поскольку вы совершенно не подходите мне в жены. Однако вы этого хотели. Был неправ. Тем более, что, не довольствуясь быть моей женой, вы считаете, что я уже вам не муж.
до такой степени, что мы стали буржуазной семьей, совершенно не соответствующей дворцовому величию. Мне следует уйти? Слишком поздно, мадам. Ваше дружеское отношение ко мне, такое живое и глубокое, не заслужило бы такого жестокого наказания. Вы меня не понимаете, мадам. Вы тоже не понимаете меня. Каждый важен сам для себя. Хорошо, вот вы какая есть, я говорю вам о себе, а вы говорите мне о себе. Я нашел мадам и отложил, чтобы сегодня вечером показать вам образец почерка, который мне дали для стократного переписывания. Мне было в то время 5 лет. Может быть, он сможет помочь понять меня лучше. Почтение отдается королю, подданные делают то, что он хочет. Почтение отдается королю, подданные делают то, что он хочет. Почтение отдается... Да, если завтра вам захочется снова отправиться на войну. Я не нуждаюсь в советах других. Это было смело, но все молчали. Осмелился один священник. Это был Фенелон. Сир, что вы делаете? Если король, отец своего народа, не дана ли ему власть для того, чтобы давать людям хлеб, а не ввязываться в новые войны? Он снова идет на войну. Все народы братья, они должны любить друг друга. Горе тем, кто ищет жестокий путь в крови своего брата, потому что это и его кровь. Война бывает иногда необходима, это правда. Но это позор человечества. Сир, печальная новость. Других я совершенно уж не жду. Говорите. Мадам де Монтеспан скончалась. Я очень доволен знать в душе, что она наконец покинула нас. Поскольку не буду от вас скрывать, последние 27 лет я не подносил питья к губам без некоторого страха. Наконец-то смогу есть спокойно. Месье де Лараньи просит у короля 5 минут аудиенции. О, как раз я и хотел попросить его прийти. Месье лейтенант полиции, я ждал вас. Шкатулка у вас? Да, сэр. Вот она. Спасибо. Узнав о смерти мадам де Монтеспан, я подумал, что король захочет ознакомиться с, увы, разоблачающим ее содержимым шкатулки. Конечно. Мадам, вот печальное доказательство того, что мадам де Монтеспан пыталась нас отравить. Мадам де Фонтанж и меня. И теперь вы, наконец, сможете развеять сомнения. Сомнения? Как? Вы в этом не сомневались? У вас очень доброе сердце, мадам. Иногда. И я вас за это благодарю. Прощайте, месье де Лареньи. Повинуясь королю, месье де Лареньи скончался на следующий день. Сир, у вас не будет никаких распоряжений в связи с этим событием? Будут. Я распоряжусь, чтобы дети мадам де Монтеспан не носили траур по ней. В конечном счете, будь то жена или любовница, они не имели никакого значения в вашей жизни. Никакого. Благодаря Богу. Единственное, что было необходимо, это чтобы меня окружали молодые и прелестные женщины. Народ должен знать, что король в силе. А королева? Я забыл о ней. И этим все сказано. Одна единственная имела для меня значение. Кто же? Та, на которой я женился 16 июня 1654 года, в день моего коронования. Когда архиепископ де Лондер, надевая мне на палец обручальное кольцо, произнес единственные слова: «Вы сочетаетесь браком с Францией». Она единственная была важна для вас? Она единственная будет важна для меня до последнего моего дня. Вы любили ее?
Будущее покажет. А если бы она была сурова по отношению к вам? Она была бы несправедлива. Было еще время, когда любой мог войти в Версаль, только бы он был достойно одет. При входе можно было взять шпагу и шляпу с перьями. И, следуя таким образом этикету, можно было присутствовать на ужине короля, что, однако, считалось неслыханной милостью. Все эти люди, наблюдавшие за ним, не шелохнулись. Они любовались его аппетитом. И как это могло быть, что никто из этих простолюдинов не осмелился поднять на него руку? На этого всемогущего монарха, который давал им умирать от голода. При входе брали шпаги, но никто ими никогда не воспользовался. Надо признать, что сам Людовик XIV думал, что неуязвим. Но если мы это признаем, мы должны признать также, что другие думали то же самое. Мы любим говорить о внешности. Представим себе, как должен был выглядеть этот невозмутимый человек, наряженный в экстравагантный парик, обрамляющий его неподвижное и таинственное лицо. Этот человек, следующий за своей мечтой, и который, ни на что не смотря, видел все. Это было время, когда со всех сторон возвещалось о закате великого короля. С этого времени слепая и разрушительная сила будет зреть в течение 100 лет. Эта сила зародилась в Версале в 1689 году. Король смог прочитать безжалостный приговор судьбы в глазах человека, убежденного в том, что он оказался здесь случайно, в его взгляде, остановившемся на короле, без всякой ненависти. У нас больше нет хлеба. Нужно идти в Версаль. Хлеба, хлеба! Нет, хлеба не надо. Спасибо. Вы, который все знает, папаш, скажите, от пригорода Париж до Версаль сколько будет? Быстрым шагом надо класть по меньшей мере 100 лет. Увидите, что я был прав. Торты короля, пожалуйста. Сир, посмотрите на этих отчаявшихся людей, у которых непомерными налогами вы отнимаете хлеб, зарабатываемый в поте лица своего. Но если им не хватает хлеба, вам не хватает денег. Не хватало их до такой степени, что в монеты переплавили большую часть золотой и серебряной посуды. В величии принужденного жертвоприношения он черпал новый повод для гордости, но в то же время он лишился здоровья. Братья мои, слушайте меня. Услышьте меня и следуйте за мной по пути, который ведет вас к Богу. Так рано утром Фенелон репетировал в одиночестве. Братья мои, слушайте меня, услышьте меня и следуйте за мной. Они в часовне уже больше 2 часов. Да-да, она хотела бы сделать богомольцем того, кто когда-то заставил всех принять произведение Тартюфа. Да нет же. Я не могу следовать вашему примеру в этом отношении. Вы урожденная гугенотка, у вас еще есть время, а у меня нет. Здравствуйте. Увы. Как прекрасно. Рад приветствовать вас. Сир, после битвы при Мальплаке, которую вы проиграли, я смог сказать вашему величеству, что никогда несчастье не было таким радостным, чем тогда. Спасибо, мсье маршал. Ваши слова мне приятны. Я вам за это глубоко благодарен. Льстивые и ненужные речи. И поскольку вы все записываете, месье, отметьте, что никогда в своем правлении я не обращался к дворянам. И Кольбер — лучший пример тому. Все удивлены также тем, однако, что прилаты также отстранены вашим величеством. Не надо этому удивляться. Не надо.
Есть воспоминания, которые не стираются из памяти. Извините. Да. Нет, сказал я, месье Сен-Симон. Оставьте эту жалкую привычку в точности записывать слова и факты, свидетелем которых являетесь. Будьте блестящи. И справедливы. Идемте. Здравствуйте, здравствуйте. Мне пора убираться, это ужасно. Везите меня к моей смерти, мадам. И не говорите мне больше об этом. Прошу вас. Вы взываете к небесам? Нет, любуюсь потолком. Да, вы боитесь открыть глаза. Вы боитесь, что другие откроют их вам. Слава, ожесточающая ваше сердце, вам дороже, чем правосудие. Вечное спасение, несравнимое со спасением во славе. Вот, сир, ваше положение. Да, то, что я умираю совсем один, почти покинутый всеми. В этом нет ничего удивительного. У меня не было друзей. Раздавая должности, я создал сотню недовольных и одного неблагодарного. Месье Роберто де Кот. Месье архитектор. Я как раз ждал вас. Спасибо, спасибо. Я торопился увидеть вас, поскольку у меня мало времени. Это хорошо, хорошо, это очень хорошо, это очень-очень хорошо. К тому же это именно то, чего я хотел. Прекрасно. И не правда ли, что эти две галереи старой часовни, переделанные таким образом, образуют такой красивый, новый красивый салон? Месье де Кот, следуйте урокам Мансара и предлагайте мне другие изменения, чтобы я смог еще более украсить мой прекрасный замок. Спасибо. В течение 30 лет мне приходилось воевать. И чтобы построить Версаль, понадобилось 30 лет. Что осталось от всего этого? Версаль. Мадам де Ментенон и его королевское высочество, сын его величества. Быстро, мой парик. Пусть ребенок не смотрит. Отойдите подальше, месье. Это некрасивое зрелище. Спасибо. Подойдите ко мне, дитя мое, чтобы я попрощался с вами. После смерти сына Людовика XIV умерло четверо наследников престола. И из 18 детей, которых он сделал любовницам и королеве, остался лишь один, Людовик XV, которого вы только что видели. Вы будете великим королем. Не берите с меня пример в пристрастии к постройкам и войнам. Старайтесь облегчить жизнь вашего народа, поскольку я чувствую себя несчастным в том, что недостаточно делал этого. Подойдите, чтобы я поцеловал вас и благословил. Я не хочу, чтобы потом он трогал Версаль. А вы испугали его, сир? Это потому, что он так напугал меня. Месье, не обижайтесь, что я вспоминаю о Мольере, когда вижу вас. Господа придворные, входите, входите, входите. Я хотел видеть вас в свой последний час и просить у вас прощения, что подавал вам плохой пример. Спасибо.
сир, церковь. Идите, мадам. Я прощаюсь с вами. Будьте счастливы. И более здоровы. Не уходите, месье архитектор. Этот новый салон должен быть по крайней мере 18 на 13 метров, а по высоте не более 11. В то время как король бормотал свой патерик, человек писал другой, который скоро заполнит улицы. Подходите. Подходите. Все, давайте. Подходите, давайте, давайте. Послушайте мою молитву. Отец наш, что в Версале, ваше имя больше не прославляется. Ваша воля больше не совершается ни на земле, ни на небе. Хлеб наш насущный дайте нам. И простите нашим врагам, победившим нас, а не нашим генералам, которые позволили им это сделать. Не поддавайтесь искушениям и освободите нас от военных министров и министра финансов. Затем была агония, смерть и аутопсия. Ужасные подробности для короля Франции. Его внутренности были перенесены в собор Парижской Богоматери. Его сердце было перенесено в иезуитский монастырь герцогом Сии. Наконец, тело его поместили в Сен-Дени. Но то, во что с трудом верилось, так как надо осторожно судить об этом, Людовика XIV не хоронили. Самый великий король покинул Версаль под покровом ночи. Чего же боялись? Враждебных выступлений? Разбушевавшейся ярости недовольного народа? Нет. Хуже. Боялись потрясения от радости, крика освобождения и больше всего плясок и песен от облегчения. Массион в тот день имел смелость или мужество произнести эти знаменитые слова перед останками великого короля. «Только Бог велик, братья мои, и сейчас мы являемся свидетелями того, что человек, мнящий себя кем-то, превратился в ничто». Если бы Версаль поведал мне избранные сцены из жизни Людовика XV. Июнь 1725 года. Король Людовик XV окончательно переезжает в Версаль. Благодаря своей доброте, элегантности и бесконечному шарму он завоевал сердца всей Франции. Женщины от него без ума, народ боготворит, его называют возлюбленным. В 25 лет Франция принадлежит ему. Он женился на Марии Лидзинской и в этот вечер знакомит ее с Версалем и с двором. Мария старше его на 7 лет. Но внешне на все 15 или даже на 20. Людовик XV оставил свидетельство сверхутонченного вкуса и расточительности, которые стали почти нарицательными. Он умел нравиться всем. И в то же время его личные качества остались тайной. Мадам, прошу вас, назовите ваше имя. Мадам Ленорман де Тьёль, сир. Знаете ли вы восхитительную деревушку под названием Помпадур? Нет, сир. Так вот, мадам, она напоминает вас, клянусь. Я бы хотел представить вам мадам маркизу де Помпадур. Да, Версаль хорош. На мой взгляд, он даже чересчур хорош. Чересчур тяжеловесен и слишком много позолоты. Я недалек от мысли предпочесть ему Трианон. Он внушает любовь.
И мне было бы приятно, если бы с этого вечера вы разделили бы мои взгляды. Я не хочу иметь взгляды, отличные от ваших. Господин мой архитектор, тотчас по зову. Итак, господин Легаль, по размышлению я решил. Разделите некоторые комнаты на 4 части во всех измерениях, в длину, в ширину, в высоту. Одним словом, создайте мне небольшое помещение, легко обогреваемое и более интимное. Я не люблю сталкиваться с людьми, которых избегаю. Шенансо Доржевиль и граф Доржансон просят у короля аудиенции. Пригласите войти двух моих министров. Я не хочу мешать вашим переговорам, но мы же увидимся этим вечером в спокойной обстановке. Всегда к вашим услугам. Сир, возникла некая проблема значительного интереса и чрезвычайно срочная. Что ж, решайте ее, господа, это ваше дело. И больше не будем об этом. И считайте мои слова свидетельством моего доверия к вам. Сир, я позволил себе сделать этот набросок. Превосходная идея. У вас очень красивые глаза, мадемуазель. Благодарю, ваше величество. Подождите меня. Мне 17 лет. Да. Вы можете подождать 1 час. Итак, очень маленькие помещения, прямо комнатушки. Для набросков. 3 июля того же года король дал бал, который стал знаменитым благодаря своим цветам, черному и белому. Все дамы были одеты в белое, все мужчины в черное. Даже наряды самого короля и мадам Ленорман де Тьель Помпадур соответствовали общей гамме. Все были в масках, и трудно было угадать, кто был королем, а кто мадам Помпадур. Многие ошибались, пытаясь узнать друг друга. Это была раскованная, галантная комедия, которую можно было бы назвать «Любовные промахи». Сир. Все женщины здесь могли бы скрывать свои лица ради забавы, чтобы заинтриговать мужчин и вызвать их любовь. Но только не вы и мадам де Тьель. Сир. О, вас невозможно не узнать, ведь превращений не бывает. Так тонка ваша талия, так чарует ваша улыбка. А запах ваших духов. Сир. Он вас выдает и влечет вам неудержимо. Как нежны ваши ручки, мадам. Я восхищаюсь ими. О, ваши ручки, тонкие, гибкие, мягкие, чувственные. Они благоуханнее роз. На свете нет более прелестных рук, мадам. Но когда я держу их в своих руках, когда я их ласкаю, кроме блаженства и неги, я испытываю тревогу, мадам. Что я заслужил? Что получу от вас? Восторги любви или муки? Снимите маску. Сир, вы рушите такой прекрасный сон. Да, я без ума от вас, но я не мадам де Тьель. Теперь судите обо мне без маски. О, боже мой, я счастлив видеть вас, тем более я тоже не король. К сожалению, я не мадам де Тьель. Я вовсе не король. Как вас зовут? Марево. Марево? Возможно, она еще будет известным. Что вы делаете? Я живописец. Нет, вот сейчас что вы делаете? Пытаюсь сделать с вас набросок. Может, вы еще и фрагонар? Но я и есть фрагонар. Поддержите меня. А если бы я сказал вам, что я кавалер де Йон? Ну что ж, я бы вам не поверила. И почему? Потому что именно я кавалер де Йон. Как? Эти нежные плечи принадлежат мужчине?
О, да. Но продолжайте. Вы хотите предаться любви? Вы шутите? Никогда, мадам, тем более в работе. Я великий скульптор Пигаль. И намерен изваять Психею и Амура. И прошу вас позировать в качестве Амура. Вы позволите? Хорошо. Еще немножко наклоните голову. Так? Позвольте. Да, мадам. Господь сотворил нас по своему подобию, а мы его так и не видели. Мое почтение Фрагонару. Франция. Не вставайте, не вставайте. Я не хочу вас беспокоить. И я не хотел бы прервать работу, которая уже сейчас является шедевром. Теперь постараюсь описать эту сцену. Итак, мадам Помпадур позирует Фрагонару, в то время как Вольтер богохульствует и смеется. Вот именно такую картину надо написать. Я предпочитаю батальные полотна. Но картина, которую я вижу, должна обессмертить век. Гений, талант, красота. И это сочетание мебели и красок, стен и обоев, сочетание между формами и идеями, все это меня волнует. Вольтер и Фрагонар. Ирония и грация. Неуловимая и неощутимая добродетель. Поэтому я и говорю. Вольтер и Фрагонар? Франция. Сир, это вы Франция? Нет, месье, нет. В этом смысле я всего лишь иллюзия. У меня гораздо больше доверия к вам. Я думаю, что вы, ваше величество, недооцениваете себя. Сир, надо сделать одну только вещь. Объясните иезуитам, что достаточно только выражать нашу глубокую признательность Создателю, так как следует признать, наконец, что можно молиться Богу и как идее, и о своем благе. Тут я придерживаюсь свободных взглядов. Так, прислушиваясь к советам господ экономистов, я продал половину лошадей из моих конюшен. Что ж, у общества создается прекрасное впечатление. Король освобождается от своих лошадей. Но я верю, что если вы, ваше величество, избавитесь от половины людей, которые вас окружают, это будет иметь гораздо больший эффект. О, восхитительно. Это пока еще только эскиз, но уже шедевр. Сир, думаю, что о шедевре можно говорить только по завершении работы. А сейчас это только начало, которому не хватает многого и многого. Его бедная полячка. Король виделся с ней нечасто, но все-таки виделся, так как у него от нее было 7 детей, которых она родила, перемолвившись с мужем всего парой слов. Но он, как самый галантный человек в мире, никогда не упускал ни одного случая, чтобы выразить ей свое уважение, свою нежность и свое сочувствие. Сир, следует лучше прислушиваться к тем, кто вам пишет издалека, из нищеты, чем к тем, кто предлагает вам увеличить ваше богатство. Мой друг, моя любовь, не покидай меня. Если ты меня покинешь, я умру. Я живу только для тебя. Пожалей мои слезы. И верни мне твою любовь. Браво. Восхитительно. Это чье? Мариво. Я обожаю играть в комедиях. Да, вам, женщинам, это дается легко. Что «о»? Наклоните голову. Обожаю. Это из новой роли? Спасибо. Спасибо.
К сожалению, народ очень переменчив. Я случайно услышал, что госпожа Маркиза позволила себе сказать королю. Позволила себе? Да, на тему чувств, которые народ испытывает к его величеству. Но то, что происходит, гораздо серьезнее. Прикажите его выгнать. Нет, нет. Пусть говорит. Итак, я говорю, что король, так любимый народом еще 10 лет тому назад, теперь не пользуется популярностью у своих подданных. И это так прискорбно. Но я уверяю вас, что требуется совсем немного, чтобы его снова стали называть возлюбленным. Что вы подразумеваете под совсем немногим? Покушение. Совсем маленькое покушение. Эта идея возникла у нас с папой всего несколько дней тому назад. Как вас зовут? Дания. Жак Дания. Я вас уже видел? О, нет. Я на службе только сегодняшнего дня. Видите, даже ливрея коротковата. Да, Жак Дания. А покушение совершит папа. Но он нанесет вам совсем маленькую рану. Так все-таки рана будет? Ну да, само собой, но... крошечная, сделанная с помощью маленького лезвия моего ножа. В общем, это будет слабый удар перочинным ножом между четвертым и пятым ребром. Справа, само собой. Всего 3 капли крови, но в народе сразу заговорят: «О, боже мой, какой ужас! Покушение! Хотели убить короля, какой позор! Будем молиться Богу!» И вот наш король снова станет возлюбленным. Идея неплоха. Только если папа сделает что-то в этом роде, ему хотелось бы быть уверенным, что он не будет приговорен к смертной казни. Не сомневайтесь. Ну, а я согласен, если мне не причинят вреда. О, как папа будет рад. Бегу сообщить ему добрую весть. Да здравствует король. Да здравствует король. Прекрасное восклицание для дурака. Но что все это значит? И почему вы ответили ему таким образом? Потому что никогда не следует противоречить сумасшедшим. Через 4 дня Дания ранил короля перочинным ножом между 4-м и 5-м ребром. За что и был четвертован. Мой друг, моя любовь, не покидай меня. Если ты меня покинешь, я умру. Я живу только для тебя. Пожалей мои слезы и верни мне твою любовь. Мадам, избавьте меня от продолжения, от этих слез и от этих криков. Если фаворитка ведет себя как замужняя женщина, ей не стоит удивляться, если отношение к ней станет соответственным. И почему вы позволяете себе то, что никогда не позволяет даже моя бедная полячка? Вы хотите быть больше, чем королевой? Хорошо. Но если уж об этом, то у вас есть моя любовь. Ваша любовь, если вы еще любите меня. Но я вас еще люблю. Но как вы это говорите? Но все-таки говорю. Да. Но вы хорошо знаете, что если еще любит, значит, любит уже меньше. Вы мне указываете, мне это неловко. Неловко это, когда вас меньше любит. Мое сердце слишком страдает. Я не заслужила подобного обращения. Я же оказала вам так много услуг. Да, мадам. Самых важных. Я, правда, не припомню уже точно каких, но если вам доставит удовольствие, я готов это говорить и повторять. Какое чувство вы испытываете ко мне? Ну, я очень к вам привязан. А когда очень привязаны, то... то вырываются, чтобы иметь свободные руки. Какая славная. Thank you.
Теперь нам остается только исчезнуть. Желаете быть первой, мадам? Для Академии будет постыдным, если Вольтер ее покинет. И было бы совсем постыдно, если бы Вольтер никогда не был ее членом. Тут, в Академии, где в недавнем прошлом встречались Ла Фонтен с Росином и Мольером, мы можем заявить, что если предыдущий век был действительно веком гениальности, то наш век — это век разума. По правде говоря, господа, в этом и заключаются все изменения. Итак, ваш комментарий, Вольтер, куда мы идем? Нам не хватает только революции. Уже Людовик XIV боролся с нищетой. Затем народ его понял. А когда народ пытается рассуждать, все уже потеряно. Жан-Жак, друг мой, не беспокойтесь. Каких новостей ждать от короля? Наилучших. Что вы подразумеваете под лучшими? Он агонизирует. Но что-то его хранит. Народ вынудит его идти на уступки. Я хотел бы... О, нет, нет, не вы. Но почему? Да потому что революция, о которой говорил Монтескье, подготовлена вами. И вашими книгами. Негодяй. Есть другой негодяй, которому вы посвятили все. И этот негодяй — народ. Представьте себе тот день, когда народ будет боготворить подобного монстра. В час смерти короля Людовика XIV солнце уже зашло. Чтобы известить о смерти Людовика XV, кто-то поставил свечу в окне его комнаты. И именно таким образом Версаль был оповещен о кончине государя. Но так как Людовик умер от заразной болезни, придворные покинули Версаль, и он снова погрузился в сон.